Друзья, всех приветствую, с вами Дидар Садыкбек, который все так же любит футбол. И у нас сегодня на канале очередной челлендж. Он не обычный, а новогодний. Ребята, в общем, вы видите, как расположены подарки. И с этой точки, кто забивает, забирает подарок. Но нужно именно показать, куда ты бьешь, или куда попаду, туда попаду. Куда попадешь, то есть с места, где стоят подарки, понял? Нет, сегодня будут подарки, начиная от носков, заканчивая AirPods'ами, ребята. В гостях победитель проекта «Я издешник» Тимо Шамбал. Самый необычный подарок, это, видите, вон, тот черный ящик. Черный ящик! Для него! Там паспорт Тимо. У нас классная вот подводка, как сказали по паспорту, вот и начинаем по паспорту. Ну что, ребят, в первую очередь хотим вас поздравить с Новым годом! Наступающим Новым годом! Друзья, обязательно подписывайтесь на канал и болейте за своего игрока. Всех с наступающим с Новым годом! Соңғы жылда біздің отбасымыз жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Сондықтан шын жүректен бізге қолдау көрсетіп, сенім артқан 1xBet компаниясына алғыс білдіреміз. Спорт эмоцияларының бас демеушісі біздің серіктесіміз ғана емес, жақын досымыз да болды. Сонымен қоса олар 200 мың теңге құттықтау бонусын беретінін атап өткіміз келеді. Сондықтан төмендегі сілтеме бойынша өтіңіздер. Асылдан, сегодня лучший подарок будет, самый громкий подарок, это AirPods. Ну, еще черный ящик, неизвестно. Ну, неизвестно. Ну, а вдруг там iPhone, известных iPhone. AirPods. Тебе же не нужны AirPods, ты же мажорики так. Как обычно, батя начинает первый. Я сейчас, кстати, до этого челленджа ходил на экстрасенсорные занятия и постараюсь угадать, где AirPods. Ну, логически, если подумать, в принципе, где тяжелее забить, там должен быть AirPods. Так что сдалека, вот с этой точки, с центра я ударю и надеюсь, что там AirPods. Мои головы, вы знаете, все в YouTube смотрели. Можете еще раз ставить, какие я умею забивать. Тем более, в воротах Богдан, я думаю, что будет все нормально. Все, Дидо, начинай бить, пацаны. Открывай, давай, открывай. Открой. AirPods, ребят, как AirPods? Ебать, AirPods сделаны. Тяжелые? Нет, легкая. Ебать, носки. Может, деньги просто. Коробочка. Ага, такая неплохая коробочка. Или просто коробочка. Сука, это не AirPods. Это носки. Это супер по столу. Это деньги? Нет, это сертификат. А нет, это какой-то... Сертификат. Что там написано? Сертификат. Приятная поездка на такси домой. За твой счет, да? Нет. За твой счет. Что за подстава? Доброе утро, друзья. Доброе утро, команда. Добрый день, друзья. Доброе утро, команда. У нас сегодня влог. У нас сегодня день прекрасный. Я 96. У нас есть вот такой нужда. Я ты, дикий нужда. Четвертый, последний. Я ему взял. Дрессированный акс. Харамок жёлт. После удар да, лайк. Чуть дальше. По идее, я не знаю, я допнул вообще до ворот, не знаю. Скажу честно, это тяжело. А походу коробка такая. Конфет. Что там быстрее? Да, сука. Мин, ловимся. Носки. Нет, да, не там кажется. Да, аур. Бля, AirPods. Можно я угадаю? Там тяжелое что-то. Бля, братан, все это AirPods. AirPods, кажется. AirPods, это кажется. Да. AirPods, пацан, интересные. Кого? Это еле за Apple! Это оригинал, написано. Apple, да? Apple, да. The Bluetooth do life. Оригинал. The Bluetooth do life is connected to school. Кого? Утро.
Порхалка. Как тебе гол Сайлы и Диды? Бля, ну это просто космос, космос. Два удара подряд еще сразу. 9 правый и левый сразу. Удар Решварда в чемпионате мира. Как тебе удар Сайлы? Блин, ребята, ну честно, кайфанул от удара Сайлы. Ну, Дидан удар, я его кот просто, ёма, натуре. Всем привет, друзья, с вами Жаник Тайгер. И сегодня попробую выиграть подарок честным путем, забив гол. Давайте сперва выберем подарок. Если я сюда забью, потом все будут говорить, что типа бага. Давайте лучше этот самый дальний возьмем и отсюда попробуем забить. Я прям хочу подарок. Друзья, не смог, потому что, знаешь, не заслужил этот подарок. Все подарки мы. Знаешь, что означает, что ты не забил? Да. Это означает то, что ты в этом году плохо себя вел. Да. Я, короче, отсюда бью. Бьет мой лучший друг Арчи, который съездил в Катар. Арчи, зачем? Мы вдвоем. Блэк! С Новым годом! Сейчас я бил, я забрал черный, потому что я черный. Благо, порядим! Минуточку, мотивации, Алло. Алло, ты в этом году себя очень хорошо вел. Ты заслужишь этот подарок, ты должен забить, давай. Давай, давай. И Акжол тоже бага, без подарка. Блин, бага вообще. Но вот этот зеленый, как его звали, бага? На Новый год зеленый, урод. Гринч, блин, ё-моё, бага, Гринч. Вот он на Гринча похож. Да, блин. Зря тренировались все это время. Да, да. Все, надо забивать. Погнали. Без бастонов! Бага, твои предположения, скажи. Мне кажется, хуйня там. Ну фиг пойми, что это. Тампунь, тампунь. Я к этому, жестокий подход. Смотрите, пацаны, хорошие носки. Ради этого в 9 попадал. Дида, пацаны, это Дида. Я выбрал, короче, один из самых сложных ударов. Думаю, здесь нормально хороший подарок. Дома. Ребят, конечно, хотелось бы себе на Новый год этот год закончить красиво с подарком. Бага, поэтому будем стараться бага. Сейчас забивать. Бага! Хазер на года. Алматы, тиктер, достарма. Айбол мен куняга. Жағдай. Хаз, короче, на яқта аэропорт болады. Мен соған. И ана 5 жұмыс істеп жүрген ажуға сыйлаймыз. Are you ready? Давай, докажись. Супер Грязный Мила здесь. Ты сам гол нашли? Джиги, гол ма, гол имис пайтен. Бля. Гол, мне кажется. Гол. Считается. Я лично считаю, что типа он ему... Сколько тебе лет? Он без те. Я считаю, что вратарь, в принципе, дал ему небольшую фору. Он не прямо его пропустил, перекинул. Я считаю, что типа это гол, да. Считается, гол. Перекинул, учитывая, что это было далеко, его физические данные. Еще это наш новичок, первый его челлендж. Надо поддержать, да? Да, думаю, нужно поддержать. Тем более. Бля, AirPod скажи. Аль, балла вы еще? А я AirPod знаю. Я свой AirPods даю, Ахжу.
they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Енді менде екеу болады. Я. Тұр, мұрныма тығам екен, неге құлағыма? Ребят, мы сейчас, в принципе, мне кажется, максимальный подарок уже был найден и выиграл его Амбал. Да, вот это гол еще. Да. Ну, давай, кто знал, что там AirPods? Да, ну кто знал, да, реально. Никто не знал. Просто решили гол подарить, а там AirPods оказались. И мы сейчас хотим второй круг сделать на чемпиона. Чемпион по пенальти. Те, кто не забили, один человек, выигравший, выбирает любой подарок, который здесь есть. И на этом наш челлендж заканчивается. Go! Погнали! Все, погнали. Да. Слушай, Бага, Пенки, это, не знаю, он самый лучший считается. О, вот это движение делает, ты уже вот так встал! 10 раз качать буду, бля, если не качешь, то пиздец. Там в пенальти, бля, вообще это не мое пойти. Ну что, ребят, не получилось забить. Снакл было. Хотя бы так, может, подарок заберем. Бруно, Бруно! Аш! В финальном выпуске этого года мы искренне хотим поблагодарить наших партнеров, компанию 1xBet и Busan, за веру в нас и за продвижение нашей футбольной семьи. И от чистого сердца хотим поздравить вас с наступающим 2023 годом. Новый год же, ребят, все-таки, правильно? Новый год. Да. Я предлагаю, вот издалека кто прилетел, это Арчи прилетел, да? Он с Африки прилетел. Ребят, он с Африки 5 лет назад прилетел. Давай, он нормально. Мы втроем тогда сделаем, да? Да, да, мы втроем. Мы втроем. Один не получится. Да, один не получится. Давай. Сурипа. Что там? Она, смотри, набухла даже. Ева. Самый полезный подарок. Друзья, я выбираю. Я выбираю вот здесь. Да, давай. Я пацаны, вон ты. Чё? Это реально Стива подарок, реально. Ёбаё! Хоть ниже. А садись сразу. Ну, открывай. Новогодний. Все, угощаю. Да, берите. Гажуру тоже хавай. Африка, джокко. Мандарин джокко. Мони или маны? Кутер ли раны? Маны! Деньги. Все, ребят. Дэнс. Наш такой. Деньги. Ну что, уважаемые наши болельщики, уважаемые наши зрители, вот и подошел сегодняшний выпуск к концу, и мы от лица нашей всей команды поздравляем вас с наступающим 2023 годом и искренне хотим пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия всем, и чтобы следующий год для всех был удачным. Увидимся уже в следующем году. Всем спасибо. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!